Всем привет, с вами ДК и... Здравствуйте, я наконец-то решил вернуться на YouTube. Я собрался с силами, построил себе комнатушку и начинаю снимать, много снимать. Одно из моих новых видео, это будут туториалы про Майнкрафт, где я буду рассказывать про каждый блок отдельной серии. То есть блок камень, допустим, у него ID1, и естественно про него будет первая серия. Второй ID это земля, и про него будет вторая серия. И помимо Майнкрафта я буду еще очень-очень много всего интересного рассказывать. Про разные игры, про геймплей, скорее всего, будут онлайновых игр и, в общем, много чего. Начнем про камень. Так как все-таки серия должна быть про него. Камень появился еще в первых версиях Майнкрафта, а точнее еще в пререлизной версии 0.0.9a, которая вышла 13 мая 2009 года. Камень генерируется на карте в огромных количествах и является, наверное, самым распространенным блоком. Чаще всего камень генерируется под слоем земли, примерно 5-8 блоков, и распространяется до самой коренной породы. Иногда можно найти горы, состоящие в основном из камня, то есть можно будет рассмотреть сбоку, где-то здесь видел, такая гора недавно была. Вон она. Ну, это маленькая горка, но все равно сбоку камень, суть вы ловили. Корова, сидящая на дереве. О, ужас. Ладно. Также можно найти камень на поверхности земли. То есть не будет прослойки земли, там песка, травы, снега, чего-нибудь. Будет сразу виден камень. У меня здесь рядом с домом есть такая вещь. Правда, на слабое месте. Ну, ничего. Камень можно раздобыть киркой. Там обычно киркой. Начиная с деревянной. Просто подойдя. Что-то у меня лагать начинает. И разбить камень. Но если мы разобьем камень, мы получим булыжник. Вот на булыжник. А из этого булыжника мы уже сможем сделать камень. По логике вещей, булыжника нужно просто обжечь. Я засунул булыжник, он обжегся, я достал камень. Многие путают камень с булыжником и называют, допустим, булыжник камнем, а камень жженым камнем или как-то подобное. Камень складывается в стеки по 64 блока и взрывоустойчивость у него 30 единиц. Помимо того, чтобы добывать камень киркой, его можно также плавить, то есть жарить камень. Его еще можно добыть зачарованной киркой. То есть, если кирку зачаровать на мягкое касание или шелковое прикосновение, там уже зависит от русификатора, то можно разбивать камень и получать сразу камень, а не булыжники. Также можно строить генераторы камня, как я здесь сделал. Я не знаю, что я здесь сделал, на самом деле. Ну, и оно можно применить как генератор камня. То есть, если на поток лавы, точнее, поток лавы идет на поток воды, то получается камень. Его можно срубить, подобрать, и так до бесконечности. Камень участвует в крафте 5 вещей, по крайней мере, на ту версию, которую я играю сейчас, то есть 1.2.5. Каменные кладки, каменный полублок, ножная пята каменная, каменная кнопка и повторитель. Больше в крафте он нигде не участвует. Но за счет того, что камень это, наверное, самый распространенный блок в игре, его часто используют для строительства. А учитывая, что у него довольно средняя взрывоустойчивость, то 2-3 слоя стены хватает, чтобы защитить дом от крипера. У меня свет включен. Ну, в общем, пожалуй, про камень... О, свет выключился. Про камень и все. Так. С вами был ДК. До скорых встреч.